еще ждете? Вы еще не сделали ремонт, вы еще не подготовили свою дачу, вы не убрались на балконе? Тогда мы отправляемся к вам. Наш телеканал Шопинг Шоу сегодня предлагает в качестве главного товара дня ваш новый ремонт. Посмотрите, сегодня уже более 60 тысяч интерьеров изменилось вместе с набором блоками интерьерного покрытия. Смотрите, как было и как стало. Какой был ремонт и какой стал. Это евроремонт в вашем доме, это красота в вашем доме, это чистота. Без лишних хлопот, без лишних затрат, без наема бригад строительных, которые иногда даже все портят в нашем доме. Вы сами сегодня самостоятельно себе хозяин, себе прораб, себе инженер. И делаете все самостоятельно, быстро, легко. Ремонт за час дома, в балконе, в гараже и даже на даче. Как это сделать, конечно, мы узнаем сегодня вместе с нашим экспертом телеканала Шопинг Шоу Алексеем Мичурин, который быстро и легко справляется с этой задачей. Ну как, понравилось тебе? Великолепно. Мне вообще нравится решение, которое позволяет нам не тратить много времени на ремонт. Хотя я ремонт люблю. Итак, друзья мои, вот такие блоки интерьерного покрытия вы получаете в количестве 10 штук. Это 5 квадратных метров. И главное преимущество данных блоков, то, что вы их самостоятельно сможете наклеить. Как это делает сейчас Лена? Вы видите, мы снимаем защитный слой бумаги. Под ним уже у нас есть клеевой слой, он является универсальным, то есть подходит под любую поверхность. И далее вам нужно просто выбрать эту поверхность, на которую вы наклеите блок интерьерного покрытия. Сейчас очень многие уехали на дачу. На даче у нас деревянные постройки. Да. Деревянные постройки, ну это доски, посмотрите, это блоки вот всевозможные со щелями. Да, щели, дыры, через которые выходит теплый неровности воздух. Неровности на стене, неровности. Опять же, да, какие-то вот стыки, да, которые нужно замазывать, всегда шкурить. И, кстати, один квадратный метр такой вот обработки стены стоит порядка 1500 рублей. Это средняя цена. Здесь не нужно обрабатывать стены, и вы легко наклеиваете на любую поверхность стены. Вот таким образом, просто приглаживая. Все, блок находится на месте. Смотрите, не видно у нас неровностей никаких. Не видно у нас никаких щелей, которые у нас здесь были. Посмотрите, да, вот она, щель здесь осталась. А мы все это заклеили. И у нас получились такие дополнительные изолирующие свойства. Это может сделать каждый, даже Леночка. Ну, смотрите, особенно даже, вот смотрите, если, например, есть электрический провод, который нужно заштробить, зашкурить, спрятать, мы просто берем блок интерьерного покрытия, делаем чуть-чуть внахлёст, да, смотрите, здесь специально есть у нас время. Да, выравниваем швы, и все, раз, и готово. И у нас совершенно ровная стена, которая дальше, не Леночка, боится воды. Да, посмотри, дальше практические свойства данной стены. Если вы где-то используете во влажных помещениях, либо, допустим, в качестве кухонного фартука, и попадает что-то на этот блок, вы легко все это стираете, потому что блок вода и грязи отталкивающий, то есть он не впитывает в себя никакие загрязнения и, соответственно, не впитывает в себя влагу. Поэтому во влажных помещениях тоже можно использовать. Ну, а если, например, порисовать? Детская комната. Легко. Блок обладает амортизирующими свойствами, то есть он мягкий, детки не будут травмировать себя. И если вдруг что-то они нарисовали на стене, вы также легко возьмете и все это сотрете. То есть еще раз, блок легок в наклейке, вы легко сможете оклеить всю стену самостоятельно, не требует подготовки стены для наклейки и при этом обладает дополнительными свойствами грязи, водоотталкивающей. Смотрите, вы получаете сразу 10 вот таких блоков в комплекте. Это 5 квадратных метров. Цена только сегодня, это спецпредложение дня, 3499 рублей. Это самое востребованное предложение от Шопинг Шоу, самое приобретаемое, потому что более 60 тысяч интерьеров уже изменилось. У нас присоединилось именно с блоками интерьерного покрытия 1 000 000 новых телезрителей. Просто невероятный сегодня у нас ажиотаж в колл-центре. И вот ваш интерьер белый, мозаика белая, золотое ретро, римский кирпич, янтарный. Вот такой вот цвет янтарный был у нас в квартире. Римский бежевый кирпич, кстати, у нас с мамой был тоже. Вот мозаика сахара, альпийский дуб, это выбор моего сына. А темный шоколад, а вот греческий мрамор, это вообще очень красиво. Дуб молочный, абсолютная новинка. Сумерки, массив дуба, горячий мокко и старый город. Успейте выбрать свой интерьер, свою красоту, потому что это не содержит никаких вредных атмосфер. Матовое покрытие, устойчивость к плесени, не содержит тяжелых металлов. И звукоизоляция, и теплоизоляция. Успейте дозвониться прямо сейчас. Любой цвет может закончиться в любую секунду. Посмотри, как быстро.
За считанные секунды новый интерьер. И быстро, и посмотрите, мы получаем с вами не просто плоский рисунок, как мы это привыкли видеть, а 3D-эффект. А мы получаем с вами фактуру, то есть так называемый дизайнерский ремонт у нас получается, и фактурная стена. Либо это кирпич, либо это дерево, вот как мы сейчас держим. Посмотри, красиво, да? То есть здесь идет имитация натурального дерева. Красиво. Причем она выкрашена уже в нужный нам цвет, вам не нужно тратить время на то, чтобы купить краску, выкрашивать, уже все, все у нас сделано, все подготовлено для того, чтобы вы просто взяли и наклеили. А вот смотрите, стену. Чтобы, например, вы позовете бригаду, вам скажут: ой, да, милочка, у вас стена-то, посмотрите, какая, у вас неровности, у вас торчит электрошнур, у вас здесь есть стыки, все это нужно выровнять, причем это зашкурить, несколько дней подождать, когда каждый слой подсохнет. Это недели, это месяцы, это грязь в доме, это пыль, которой мы дышим. Так вот, сегодня, просто выбирая блок интерьерного покрытия, вы можете не подготавливать вот эту стену, а просто наклеить, да, как это мы сейчас делаем с вами в прямом эфире, и у нас будет совершенно новый готовый интерьер за считанные секунды. То есть бетонная раз и стена. Готово. Да, бетонная стена, обычно в новостройках она бывает, и мы тратим огромное количество времени ее выровнять и подготовить к оклейке. Здесь блок можно наклеивать прямо на бетонную стену. Причем, правильно ты сказала, и проводочки можно пустить под блоком. То не есть где-то до 5 миллиметров каких-то неровностей на стене мы сможем с вами скрыть с помощью нашего блока. Ну вот смотрите, даже потолок. Наши телезрители, кстати, присылают нам видео, как они дома сами делают ремонт. И вот наша постоянная телезрительница, которая сделала сама ремонт своими руками потолок. Причем, смотри, Леша, у нее одна часть потолка именно идет деревянная, а потом она выбрала наш блок интерьерного покрытия, массив дуба, например, и посмотрите, как идеально легло, как идеально сочетается. Идеально легло и никак не выделяется, то есть как будто бы это настоящее дерево. Вот здесь материал, который используется, это вспененный ПВХ, он идеально имитирует натуральные материалы. Камень, кирпич, дерево, и при этом абсолютно безопасен для здоровья, и плюс еще и очень практичен с точки зрения использования. Посмотрите, да, вот так выглядит данный блок, он имеет неровности, он стилизован так под натуральный кирпич и легко очень наклеивается на стены. Все, пожалуйста. И даже вот Лена сейчас показывает, смотрите, как легко мы сможем с вами оклеить угол. Вот, все, раз. И готово. За считанные секунды, собственными руками, без лишних затрат. По цене, которая действует только сегодня.